Всем привет! Ходят слухи, что если Берги упадет на Эктазию, Эктазия ее сожрет. Вот мне стало интересно и любопытно попробовать, так как Берги вырастил. Можно сделать этот эксперимент и уже убедиться, кто кого. Так, сейчас я маленького специально выловлю. Поменьше, примерно 4-миллиметрового. Эктазия сейчас в диаметре где-то сантиметра 2-3. Так, вот он малыша поймал. Пробуем. Так. Конечно же, она сейчас будет ее захавывать, но получится ли, я не знаю. Ну, вообще, я не уверен. Даже если она ее проглотит, мне кажется, Берги ее просто изнутри начнет жрать. Ну, сейчас посмотрим. Так, давайте увеличу. Что же будет? Ну вот она ее почти что уже схомячила. Так. Попробую линзу одеть. Так, ну Бергия пытается свалить из нее. Эктазия практически заглотила, но, видимо, Бергия влазит обратно. Или все же нет? И все же Эктазия ее заглатывает. Так, ну да, вылазит все-таки. Эктазия пытается заглотить. Бергия все равно вылазит. Ну и, возможно, Эктазия, видимо, не понимает еще, может быть, с кем она имеет дело. Она все равно пытается заглотить. Так, вот голова появилась у Берги. Бергия в шоке, наверное. Еда пытается ее съесть. Так, а если попробовать еще мельче Бергу кинуть? Ну, сейчас понаблюдаем, что будет дальше. И если Эктазии не получится ее сожрать, кинем Бергу еще помельче, чтобы она реально заглотила ее. Вот такую Бергию у нее заглотить не получилось. Так, ну все-таки Эктазия ее не отпускает. Похоже, где-то пол тела Бергии находится во рту. Так, я уже минут 10 сижу перед ними. Очень все долго происходит борьба. Ну, получается, Бергия из пасти вылезла, но почему-то дальше она не уходит. И Бергия какая-то стала вялая. И прям на вид она какая-то такая прям пожуханная какая-то стала. Что-то, видимо, все-таки Эктазия делает. Видимо, она ее то ли жгет, то ли еще что. Интересно, ну наблюдаем дальше. Так, ну прошло уже полчаса.
борьба продолжается. Поэтому посмотрим ближе к вечеру, кто здесь останется в живых. Попозже добавлю заключительную часть видео. Так, прошло еще полчасика. Бергия сползла к ноге вниз. Пока непонятно, что происходит, но какая-то она в слизи вся, то ли сама выделила, то ли это от аптазии. Ладно, наблюдаем дальше. И какая-то она еле-еле живая. Итак, вердикт. Аптазия Бергию сожрать не смогла. Бергия вылезла. Вот она спустилась к ноге и начинает пожирать аптазию. Ну вот, как я и предполагал. Так, ну, сейчас я буду берег убирать, пусть аптазия восстановится. И попробую кинуть ей в пасть еще мельче, раза в 2-3 бергию, чем это. Но это будет в следующем видео. Возможно, не в следующем, но в следующих видео.